Новые инженерные возможности для Тюменской области. Сегодня губернатор Владимир Якушев и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве. Наш регион и один из крупнейших вузов страны будут совместно готовить специалистов, в частности, на площадке Сибура, и разрабатывать научные проекты. Здесь уже есть удачный пример, кстати. Всего за несколько месяцев совместно с нашим федеральным нейроцентром удалось создать прототип тончайших клипс для сосудов головного мозга. Пока их покупают за границей. Небольшой вот такой предмет, который стоит 200-300 евро. Сегодня это уже сделано, это уже можно апробировать, это уже можно применять. Это совершенно другие деньги. И самое главное, что мы производим это сами. Нужно говорить действительно о создании новых технологий, новых инноваций уже российских, не только 21-го, а уже 22-го века. Уже не догонять надо и не импорта замещаться, а создавать российские технологии. Высочайшая честь работать с вашим краем, готовить специалистам и плюс вести, конечно, научно-исследовательские работы на благо не только здравоохранения, но и на благо тяжелой техники, ракетостроения, космической, оборонной промышленности, что тоже немаловажно.